Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу трудоскрипт для Пиги. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Также ссылочка на него будет в описании. Буду использовать Xenon Sploit. Смотрите, значит, в настройках тут есть множество разных функций. Такая как Always on Top, это получается функция дает вам, чтобы чит был открыт поверх других, получается, приложений. То есть, допустим, если вы нажмете вот сюда на иконку игры, он пропадет. Но если сейчас ее включите и нажмете, как видите, он не пропадает. Вот, ну, в принципе, другие все функции, думаю, вам знакомы. Здесь у нас fast команды. Смотрим, значит, тут есть fly, no clip, btools, click, tp и think. Think не знаю, что делает, можете, в принципе, проверить. Ну, вот эти вот 4 функции, я думаю, вы знаете. Также скрипт хаб. Тут сейчас не очень много скриптов, но я думаю, со временем они будут пополняться. Также ссылочка на Discord сервер будет в описании. Так, ну давайте заинжектимся. Нужно нажать кнопочку Attach. И ждем, пока заинжектимся. Так, у меня тут вылез антивирус. Окей, разрешаем. И ждем, пока мы заинжектимся. Так. Все отлично. Мы заинжектились. Теперь заходим в скрипт хаб и нажимаем на пики. Так, все, вот он, скрипт появился. Значит, смотрите. Здесь две функции для пики. То есть, если вы играете, вы можете убить всех. То есть, получается, так понимаю, за вас бот убьет всех игроков. Также destroy traps, это получается, так понимаю, сломать карту. Телепорт, это получается телепорт на айтем с предметом. Так, ну в принципе давайте зайдем. Выбираем здесь, получается, бук 1. Так, ждем, пока у нас запустится карта. Так, сейчас выбрали, получается, аутпост. Теперь выбираем, получается, игрока. Интересно, хоть раз выбирали бота или нет? Я думаю, в принципе, многие бота, наверное, тоже выбирают. Ну, мне кажется, он хуже соображает, чем игрок. Так, ждем, пока у нас запустится карта. Смотрим, что у нас находится в Local Player. Угу. Тут получается все для игрока, типа fast команды. Так, анимация у нас пошла, получается, маленькая. Ждем, пока она пройдет. Так, пропустить, я так понимаю, ее нельзя. Ну ладно. Так, тогда сразу открываем пигги. И вот здесь открываем items. Так, допустим, я хочу тпхнуться к оружию. Ган. Так, оружие пока, я так понимаю, недоступно. А, доступно. Окей. Ага. Я его почему-то взять не могу. А не могу его взять из-за того, что получается закрыть сейф. Давайте тогда возьмем зеленый ключ, получается. Так, все взяли. И, кстати, вот здесь в items пропал этот предмет. Я, конечно, не знаю, где его активировать. Ну, давайте возьмем blue key, если есть. Вот, да. Берем. Вот здесь его. Так, окей. Значит, здесь нажимаем Ctrl. Ага, нам сюда не надо. Так, где там была эта дверь? Там, по-моему, если не ошибаюсь. Давайте тогда включим Jump Power. Это наш прыжок. Как видите, довольно высоко прыгаем. И ищем, получается, нашу голубую дверь. Где она открывается с ключа. Так. Пока что ее не вижу. Где-то вроде бы тут должна быть, если не ошибаюсь. Либо в другом месте. Так. И что-то не могу найти. Очень странно. По идее, наверное, вот здесь вот где-то должна быть. Да, все отлично. Так, и открываем эту дверь. Все отлично. Заходим сюда. Тут у нас следующий ключ. И все. В принципе, больше ничего нету. Угу. Я так понимаю, мы просто открыли дверь. Ну, как видите, ТП к предметам работает. Jump Power тоже работает. Давайте Walk Speed проверим.
Так, ну, скорость тоже работает, как видите. А также Infinity Jump. Давайте Jump понизим. Еще ниже сделаем. И включаем Infinity Jump. Так. Ну, как видите, он работает. Вот я несколько раз пробел нажал. Я прыгаю. Отлично. No Clip. Включаем. Тоже работает, как видите, могу проходить. А, сквозь забор, сквозь стены. Включаем. И сейчас не могу пройти. А Player ESP. Это получается видеть других игроков на карте. Это получается мои тиммейты. Кто живой остался, 3 игрока. А Flying Disable. Я так понимаю, это полет. Если не ошибаюсь, либо что-то другое. Так, на F не активируется и на E тоже. Окей. Так, вижу, бежит свинья. Так, Infinity Jump быстрей. Так, все отлично. Мы ушли от нее. Так, убегаем сюда. Так, и кредиты. Кредит это ну, тут нет функции. А, здесь также можно, получается, поставить горячую кнопку, на которой будет сворачиваться этот скрипт. Давайте, допустим, Q. Нажимаю, как видите, он пропал. Нажимаем Q, он появляется. Ну, вот, в принципе, у меня на этом все. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Все ссылочки будут в описании. Всем удачи и пока.